Всем привет! У нас есть еще одно радостное событие. Три дня назад у нас свинюшка родила 8 поросят, но, к сожалению, одного вчера придавила. Сегодня мы им всем проставили железо. Родила в грозу ночью, видимо, испугалась. Вот такая вот маманька у нас. Вчера одного придавила, сегодня чуть одного не придавила. Я услышал, что визжит, пришел и его освободил. Вот такая мелочь пузатая. Титечники, титьки сосут. Видно, что тут красненький у нас есть. Красненький будет полосатик. И готовим сено. Сено накосили. Сейчас возим на чердак. Вот такие у нас дела. Всем пока.